Все, пожалуйста, готов. Я очень хочу тренироваться. Я хочу выиграть. Реально решением двух сессий можно здесь этот вопрос решить. Каток нам нужен, каток у нас будет. Для того, чтобы проблема решалась, ее нужно решать. И защитите, пожалуйста, одну возможность, единственную, чтобы его сохранить. Каток городу нужен, потому что каток – это дополнительные два зимних вида спорта. Давайте мы сейчас ответим на вопрос нашего телезрителя. Добрый вечер, в эфире, слушаем вас. Добрый вечер. Я хочу обратиться к нашему мэру. Вы уничтожили каток на Надежде. Вы порезали деревья во всем городе. Вы сказали, что мы не любим Николаев. Жители Николаева. А вы любите наш город? Большое повышение стоимости электроэнергии повлияло на то, что этот каток нужно было просто закрыть, потому что он перестал быть выгодным. Мы, конечно же, планируем, я думаю, может, в следующем году, может быть, через год мы будем проектировать, но уже каток коммунальный. Беремо знову до комунальної власності і плануємо будівництво нормального, постійного, не тимчасового, а постійного льодового катку. На каком этапе сегодня находится реализация наших планов по спортивному объекту на этом месте? Ситуация стосовно льодового катку, або муниципального, або іншого будь-якого, з місця не зрушила. Нам не вдалося знайти жодного з інвесторів, який би хотів влаштувати там каток. На сьогодні вільних коштів, таких, щоб можна було використати для цього немає. Головне те, що я хочу надати протокольне доручення начальнику управління спорту пану Машкіну надати інформацію щодо роботи, яка проведена з залучення інвесторів можливого будівництва льодових катків. Я хочу выиграть. Молодец, всю ночь учился?